вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать эдиты на iPhone. Ну что, погнали! Для этого видео нам понадобится видеосталь и специальные QR-коды. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, где их можно найти. А прежде чем мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайки и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Прежде чем мы начнем, для нашего эдита нам понадобится мультислой, но он платный, поэтому я его купила. Заходим в VideoStar, нажимаем на плюсик и выбрать музыку. Выбираем любую, та, которая вам понравится. Я выберу вот эту. Подождем, пока наша музыка скачается. У нас выскочило такое окно, нажимаем «Сотворить видео», «Добавить» и «Импортировать фото». Выбираем нужную нам фотографию. Я выберу вот эту. Увеличим нашу фотографию до нужного нам размера. Немного подстроим фотографию. Теперь в верхнем правом углу нажимаем «Следующее» и нажимаем «Импортировать фото». Теперь обрежем нашу фотографию так, чтобы она не была на всю музыку. Находим курсором место, где у нас будет заканчиваться фотография. Нажимаем «Редактировать», «Быстрая сплит-сцена», «Разбить», «Разбить». Наводим курсор на ненужную нам часть. Нажимаем «Редактировать», «Удалить сцену» и «Удалить». Теперь нажимаем «Действие». Мультислой. В появившемся окошке нажимаем на единичку и добавляем нашу фотографию. Теперь нажимаем на пустое место и в левом верхнем углу нажимаем на QR-код. Импорт, да, и выбираем QR-код. Все QR-коды, которые я использовала, я оставлю в конце видео, и вы сможете сделать скриншот. Первый код, который я добавлю, это тряска. Нажимаем «Да», «Окей» и нажимаем «Создать». Снова нажимаем «Действие», «Мультислой», нажимаем на единичку и добавляем нашу вторую фотографию уже с тряской. Снова выбираем QR-код, «Импорт», «Да», «Видеостар» и выбираем следующий переход. Я выберу переход вниз. Для этой фотографии возьму слайд вниз 1. Нажимаем ОК и создать. Давайте посмотрим, что у нас получается. Получается очень классно. Дальше нужно добавить следующую фотографию. В правом нижнем углу нажимаем слово «Добавить», «Импортировать фото». И выберем следующую фотографию. Я выберу вот эту. Эту фотографию также увеличим. После этого нажимаем следующее в верхнем правом углу. Нажимаем «Импортировать фото». Также обрежем эту фотографию и ненужную часть удалим. Теперь наводим курсор на нашу вторую фотографию, нажимаем «Действие», «Мультислой», на единичку, добавляем нашу фотку, нажимаем на QR-код и выбираем слайд вниз 2. Нажимаем «Ок» и «Создать». Давайте посмотрим, что же у нас получается. Получается офигенно. Теперь нам надо добавить на вторую фотографию второй переход. Нажимаем «Действие», «Мультислой», на единичку и добавляем нашу вторую фотографию. Теперь нажимаем на QR-код, импорт, да, и выбираем следующий переход. Выбираем QR-код, нажимаем да, и теперь нажимаем ок. Давайте посмотрим. Меня все устраивает, нажимаем создать.
Теперь в нижнем правом углу нажимаем «Добавить», «Импортировать фото» и выбираем следующую фотографию. Я выберу вот эту. Теперь увеличиваем фотографию до нужного размера. И в верхнем правом углу нажимаем «Следующее». «Импортировать фото». И теперь обрежем нашу фотографию, потому что она у нас оказалась очень длинной. Выбираем курсором, где мы будем разрезать. Нажимаем «Редактировать», «Быстрая сплит-сцена», «Разбить», «Разбить». Теперь выделяем последний кусочек, «Редактировать» и «Удалить сцену». «Удалить». Выделяем эту фотографию, нажимаем «Действие», «Мультислой» на единичку и добавляем нашу фотографию. Нажимаем на QR-код, «Импорт», «Да» и выбираем этот же шейк, только с двоечкой. Нажимаем «Да», «Окей», «Просмотрим» и нажимаем «Создать». Давайте посмотрим, что же у нас получается. Классно получается. Ну, дальше мы делаем все то же самое, только используем другие QR-коды. Хочу еще раз повторить, те QR-коды, которые я использовала, я оставлю в конце видео.
этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным. И вы снимете подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока!